Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор покупок из фикс прайса июнь. Вот тут у меня уже стоят контейнеры, я уже такие покупала по 99 рублей. Вот контейнер, к сожалению, мешок ко мне не поместились. Очень удобные, такие я сложила свою косметику, вот у меня я два покупала. Вот, и купила еще три, в один я сложу, наверное, лекарства Димины, то есть ребенка моего, и другие два я сложу туда всякие формочки свои для печенек. Вот. Подвинем их немножко. И также у меня большая покупка тут еще одна, такой поддончик для обуви, наконец-то я его купила, я давно на него смотрела, брать не брать, и вот наконец-то я его купила, еле доползла с ним, он такой огромный, с ним было неудобно идти, вот, в лифт залазить, вылазить по ступенькам, вот, 70 на 37, он 99 рублей стоит, вот, но он, у него какой-то имеет запах, запах пластмассы, перемешанный с какой-то больницей, какое-то что-то такое неприятное, ну, попробую его, наверное, помыть, ополоснуть холодной водой, может быть, этот запах смоется, или, в принципе, от обуви, может быть, со временем смоет. Ну, не будет так сильно, такой сильный запах. И также у меня целая сумочка, покупки мои. Давайте будем смотреть. Взяла я вафельки шоколадные, 50 рублей. Мне казалось, там дешевле написано, 27. Видимо, их не туда положили, но оказалось 50. Купила такую книжечку, интересно появилась. Там есть транспорт, овощи, фрукт. Ну, короче, такая интересная. Плюс 15 открывашек. То есть, вот смотрите, мартышка, да? И что мартышка ест? Она вот тут открывается. Так, опа. Что она ест? Открывается вот. Опа, вот. Бананы. Так вот. Вот они, бананы. Вот. И вот так вот каждая вот здесь вот открывается. То есть ребенок запоминает, что ест там мартышка. Потом открывает и проверяет себе там, да, бананы. Довольно интересная книжка. Транспорт, да, там вот овощи, фрукты, по-моему. Я взяла с животными. Стоила она 99 рублей. Вот я думаю, ребенку это будет очень интересно. Она очень красочная, она очень красивая. Даже самой, честно говоря, интересно, в мое детство таких, конечно же, не было. Вот. Так. Также я взяла такую вот гречку в пакетиках. Две пачки взяла. На нее я уже делала обзор. Был. Она очень-очень вкусная, быстро готовится. Ребенку моему она очень понравилась. Он гречку не особо, но именно вот это он прям ел с таким ажиотажем. Прям. Ему очень она понравилась. И вдобавок очень удобно, когда приезжаешь после выходных с дачи, естественно, еды нету дома, а ребенок хочет есть. Ребенку у меня 2 года почти будет уже. Вот, то есть он не будет ждать там целый час, пока я приготовлю эту кашу, пока я ее там остужу. И вот такие вот варианты мне очень пригодились, очень понравились. Быстренько 15 минут она варится, 5 минут там она остывает, и ребенок уже ест. Все, и ложится спать. То есть очень все быстро, и не наготовишь же каши, и на выходные уедешь на дачу, правильно? То есть такие вот мне понравились. Их даже, по-моему, я забирала в магазине, осталось пачки 3-4, их уже начали брать. Вот, очень удобно. Хотелось бы, честно говоря, если бы еще какая-нибудь рисовая крупа была, еще какая-нибудь, не только гречка. Вот. Также я взяла какую-то там вермишель какая-то вот в коробочках. Она 25 рублей стоила. Здесь написано все на английском. Хотя нет, что-то есть тут на русском. Ну, такая она симпатично сделанная. Вот, ну. Попробуем ее вместе с вами, ее сварим. Не знаю, вкус, наверное, будет. Что там такое? Как будто по ощущениям, как будто это какой-то маленький, типа как Ролтон
И там не только вермишель, как будто там еще что-то добавлено. Ну, какая-то там специя есть, может быть, в пакетиках. Мне почему-то так показалось. Я решила взять попробовать. Ну, не думаю, что будет в коробке просто одна вермишель. Хотя, кто знает. Так, взяла я мыло. Я уже его до этого брала, но еще им не пользовалась. Но оно розой пахнет, очень-очень ароматным. Тоже там что-то 27, что ли, оно стоило. Так, Ролтон взяла, 27 он стоил, лапша, здесь, грамм побольше, что ли, не помню, короче, такой взяла, это нам в путешествие, чтобы покушать. Я не особо их люблю, но, в принципе, как коробочка, вот просто как коробочка, то есть съел, и потом можно просто купить в пакетиках. Пакетик туда также положился, там другой вермишелькой, кипятком залил, накрыл этой крышечкой и все, и покушал, да. А потом там на обратном пути, допустим, домой ездите, чтобы не забивать это все, место не занимал, выкинул и все. То есть сильно легке идешь. Хотя она, конечно, не так много весит. Также не обошелся мой поход без ментосов. Один я уже съела по дороге, пока шла обратно. Вот они по 27 рублей у нас. Кстати, во всех магазинах они стоят по-разному. Где-то 50, где-то 55. У нас пока что еще 27. Очень они мне нравятся. Вот. Также взяла спонж для макияжа. Вот. Вот такие мягенькие. 99 рублей стоит. Попробуем. Тоже в каком-нибудь влоге вы видите, как мы их будем ими намазывать. 20 штук. Я, кстати, даже не заметила, что тут написано 20 штук. Надеюсь, что их 20. Так, и взяла мелки. У нее, кстати, была штучка такая вот. Она сразу же отвалилась, когда я ее взяла. Так это как типа ведерко. Вот, ну, там часто их берут. Я подумала, тоже надо взять, потому что ребенок у меня уже как раз пытается что-то на асфальте рисовать с камушками. Я думаю, все, ему пора, наверное, уже мелки покупать. И вот они, 16 штук, кстати. А так тут, кстати, не скажут, что их 16. Так, и... Взяла я вот такую штуку. Хотела на самом деле радужную, потому что с этой стороны вот нарисовано, что бывает якобы радужная, но у нас в магазине ее не было, не знаю, мне кажется, она не существует. На самом деле я уже, наверное, как они появились, зимой, что ли, они еще появились, я все присматривалась к ней, все думала, брать, не брать. И потом вот сейчас, наконец, я подумала, надо брать, без них действительно очень сложно. Допустим, просто подвесить бумажечку с какими-то ближайшими делами, куда-то позвонить там или что-то там, сходить, отвезти, принести, посмотреть. То есть это очень удобно. Вот, конечно, может быть, еще было бы удобнее, если бы она еще вот так вот была, вот именно. То есть не только вот так, а еще и вот так было бы, наверное. Хотя, не знаю, мне кажется, на столе вот так, если занимает место, меньше. Вот здесь прищепочки. Совет, когда выбираете, смотрите на прищепки, потому что я чуть не взяла, там были несколько прищепок, они были сломаны. Это там как-то съехал, может быть, и, конечно, можно починить, но это не совсем приятно. Вот. Была еще такая серенькая какая-то, и еще что-то какая-то цвета. Вот такие вот у меня покупки, все. Все. Небольшие покупки, сегодня сходила, сегодня записала обзор. Вот, обычно я собираю покупки несколько дней, хожу по фикс-прайсам. Вот, но уже на самом деле у меня из фикс-прайса уже очень-очень много вещей. И сейчас я стараюсь уже покупать по минимуму только то, что нужно. Кстати, там продавались тарелки. Вот, я нашла, увидела на сайте, что есть классные тарелки, но у нас они только были не глубокие, а просто большие. Большие, там нежно
нежно-бирюзовый и нежно-фиолетовый. А вот глубоких у нас не было, я не стала брать. Сейчас, я думаю, зря не взяла, надо было взять, наверное. Они очень такой нежный цвет, они такие приятные на ощупь, такие красивые. Ну, видать, их очень быстро разобрали. Вот. В принципе, это на сегодня все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите другие мои ролики, мои обзоры, как мы гуляем с сынком, как мы начнем скоро путешествовать. У нас путешествия начинаются уже. Вот. И всем пока-пока.